Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру, которая называется Octagedon Continue. Так, мы с тобой получили в прошлой игре новые эволюции, да? Так, друзья мои, это я использовал телепорт, и меня вот отсюда перекинули сразу сюда. Так что, я надеюсь, этот телепорт будет всегда мне доступен. Так, ну что, поехали. А мы поедем, мы помчимся. Давай, давай, бомби. Правда, конечно... Ой! Да ну! Вы сейчас серьезно? О-о-о! Тут уже мы видим невидимые уже самолетики. А у меня нет такой эволюции, чтобы я мог их просвечивать, понимаешь, дело? Да что так долго бомбим-то? Давай, 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 давим быстрее, 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 быстрее. Ну. В плане, почему? Я, кажется, понял, почему, ребята, я получаю урон. Знаешь почему? Потому что рядом был взрыв. Упс. Это ты, что ли, тут балуешься, да? А ну-ка, давай-ка я тебе пощекочу своей клешней. Пощекотал, ё-моё. Обалденно. Слушай, мне это совсем не нравится. Мне это совсем не нравится. Сейчас будет взрыв. Дай-ка я. Так, тихонько, 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 тихонько. Блин, не за... Да что тебя? Я сейчас таким макаром жизнь потеряю. Блин, ну естественно, без сердечек. Вот что значит использовал телепорт. Вот использовал, друзья мои, телепорт. И видишь, к чему это все привело. Что у меня нет прокачки, это раз. Враг сильный, а у меня, извини меня, только клешни и вот этот вот змея. Клешня-змея, все. Здоровски просто. Меня еще и подбили, я так и не понял даже, кто или что там меня уничтожило. Ладно. Ох, вот что я хочу посмотреть. Это у нас с вами новая эволюция, я не знаю, что это за англер. А, это, по-моему, ну-ка, подожди. Ну, это да, вот она как раз та самая, ребята, клешня, которая может просвечивать невидимых врагов. Вот таким вот образом это все делается. Сейчас я просвечу. На-ка. Да бомбить ты этот дом в конце-то концов. Куда ты там летишь? Типа я тебя не вижу, да? Как же долго мы с тобой будем этот дом бомбить, а? Да я... Жесть! Что-то у нас не очень... О, сердечко. Что-то у нас не очень хорошо началась игра, если честно. Не очень хорошо. Я бы сказал, даже отвратительно. Ну, вот то, что здесь музыка прикольная, мне нравится. В этой игрухе. Дави, дави, все! Монеток, отдай мне побольше монеток. Пойду я все-таки попробую побольше выбить. Отдай. Не получилось. На тебе. Ну-ка. Так, еще один дом. Надо его уничтожить. Куда он запустил свои ракеты? Куда они сейчас полетят? Вижу. А чё так много ты запускаешь? А, там две, видимо, да? Две установки стоит. Слушай, что-то совсем плохо. Совсем плохо в плане того, что, ребята, со всех сторон ко мне враги лезут, окей? Тут, смотри, сколько их стоит. Аж три штуки. Мы будем сегодня вот это вот уничтожать дом или нет? Давай, 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 побежали, побежали, побежали. Что там за сообщение нам пришло? Взрывайся давай. Всех просветили? Так, так. И вот так. Погнали. Типа я тебя не вижу, да?
Типа я тебя не вижу, захотел протихариться. Еще. Еще одно здание, но здесь мы с тобой получим ракушки. Поэтому давай бомбить. Давай, 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 давай. Сейчас. Это ерунда, вот, ракетоносец у нас тут. Блин, пойду-ка я, наверное, сюда. Оу-оу-оу. Сюда. Да ты взорвешься или нет? Давай, давай, хлопай там. Вот, совсем другое дело. Куда там ракеты эти полетят? Вижу. Блин, мне надо уничтожить этот дом быстрее. Все, по-моему, да? Успели, 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 успели. Есть. Фух. На волоске от гибели. Так, ну что у нас тут? Ага, значит, мы с тобой возьмем, наверное, вот эту вот. Так, жизнь купим, раз уж потратили, да? И, наверное, я возьму. Слушай, ну, наверное, пока стрелять по нам не буду. Давай вот так вот сделаем. Погнали. А, нет, еще не статуя свободы. Жалко, здесь нельзя покупать контейни еще. Было бы вообще прикольно. Я всех людишек задавлю. Так, тихо. Вот это другой разговор. Просвечивай, просвечивай давай. Мне знаешь, чего не хватает? Мне не хватает какой-нибудь клешни суперской. С офигенным, офигенным дамагом. Вот что мне не хватает. Так, засветились. На, на, на. Отлично. Так, двигаемся дальше. Сейчас вот отсюда попробую их подбить. Так, это сейчас установка взорвется. А здесь у нас что? А кто по мне попал? Эй! Не, ребят, ну это что-то не то. Кто по мне мог вообще бомбануть? Смотри, смотри, бегут, бегут людишки. Несчастные. С какого перепуга-то вы здесь появились, эй? Ой. Ой-ой-ой, фу, мне повезло, что по мне не бомбанули эти ракеты. Жестко. Дайте мне сердечко, пожалуйста. Мне оно просто необходимо. Сейчас мы здесь домик этот уничтожим. Ну, прекрасно. Мне нравится, как они разбегаются все. Так, стоп. Посветили. Опять ты там, а? Надо, наверное, вот этим вот, ребята, яйцами бомбить. Или как, клешню? Да ну! Пипец, я тебе скажу. Вот это да. Одна жизнь у меня осталась. Вот что я тебе хочу сказать. Я не увидел, там самолет, оказывается, летел. Вот, наконец-то, клешня. Лобстерская. Сделаем так. И все, да, и не хватает у меня больше финансов, к сожалению. Покатили. Нам главное с тобой получить как можно больше вот этих всяких приблуд для следующей эволюции. Окей. Опять эта фигня там пол... Твою налево, я не увидел этот самолетик. Прикинь. Ну иди сюда, я тебя сейчас клешню, я как схвачу. Вот так вот. Ну. Поехали. Да, как-то паршивенько мы с тобой начали, если честно, играть. Сердечко. Где ж ты раньше-то была, а?
Давай подобьем самолетики эти. Слушай, а у нас же мы какую-то с тобой новую клешню открыли. Помнишь, когда в последний раз играли? Почему она у меня отсутствует? Там какой-то дракон, если я не ошибаюсь. Только вот где он? Ух ты! Электрический Эль, это что еще за... Ха-ха. Кто это? Помощник? А, это же помощник мой, господи, я совсем забыл. Который будет летать. Ну что, вот она, статуя свободы. Погнали. Где помощник? Вот он. Опа, опа, опа. Вот что он делает, да? Я тебе скажу, прикольно. Мне нравится. Электричеством всех, да? Ломаем. О, прыгают такие. Главное, я тоже так хотел спрыгнуть, ребята. Ой, и остаться в живых. Так, сейчас мы эти самолетики с тобой попробуем, да, клешнями. Так, что ты ко мне подъезжаешь сюда, эй? Машина! Иди прочь. Так, это мы сейчас с тобой подобьем все. И двигаемся дальше. Босс. Первый, да? Бутчер. Ну, где он там? Так, отойдем. Fresh meat. Конечно, хотелось бы больше клешней попадать по нему, если честно. Так, отойдем подальше чуть-чуть. Во. Так, отойдем. Блин, не достаю. Ой, надо отходить. Так, уходим. Интересно, если я сейчас, например, вот так вот посмотрим. А, на босса это не действует, да? Его нельзя как... Ой, тихо, уходим. Его нельзя как бы шокировать, получается, да? О-о-о. Следующая фаза пошла, да? Атака по всем фронтам. Так, давай, клешня, хорошо выделываться. Погнали. Ну, еще удар. Ох, ты все-таки... Потому что мне некуда было деваться, ребят, зажали. Вот так вот бывает. Все, пора с ним завязывать уже. Да ну, ё-моё, ну... Ну, есть. Успел, успел, ребята, я его забомбашить. Отлично. Монетки, все дела. И мы с тобой покатились дальше. Вот и статуя свободы. Ага, ползут. Ну-ка. Эть. Раз, два. Окей. Подкатываемся и начинаем бомбить. На всякий случай. Все. Мы с тобой уничтожили статую. Ну и получили львиную долю вот этих вот ракушек. Все-таки мне нужна, ребята, эволюция. Так, морская звездочка, да? Морская звездочка — это хорошо. Но мне бы, конечно, спайка хотелось бы. Мне нравится, он тоже так неплохо
раздувается, да? Уничтожая всех противников, кто рядом с тобой будет стоять. Так, стоп. Здесь 58 ракушек. 58. Это мало из расчета того, что там следующие покупки по 300 ракушек требуют. 58 это так. Ай! Все-таки парализовало, да? Видишь, еще... Ой-ой-ой-ой, эволюции, они рандомно даются. Если бы можно было бы покупать вот себе определенную, да? Вот я хочу эту, и все, и она у меня будет. Нет, тут так не прокатывает. Тут все немножко по-другому. Интересно, а здесь тоже будет этот телепорт с новой карты, когда начинаешь, или нет? Хочу посмотреть. Так, ракушки. Ну, даже соточки мы не набрали с тобой. Оу-оу-оу-оу. Блин. И сердечко потерял, да, и... Офигенно. Замечательно. Так, 90 ракушек у нас. Плюс сколько? Еще пяток. Хм, 800 монет. Экстра лайф стоит вон сколько. Так, фрог. Ну давай мы, наверное, возьмем с тобой фрог. Жабу. Че, нету что ли телепорта? Я думал, будет. Он, значит, всего лишь один раз, ребята, действует. Эть. Ну, началось, началось. Ха-ха. А, так мы можем вот так вот делать. Ёлки-палки. Ну, в таком случае это даже лучше будет. То есть ты понимаешь, да? Что мы вот так вот с тобой можем делать? Поймал на язычок. Ну, где там враги? Так, сердечко. Продинамил, короче, ребят. Продинамил сердце. И тут еще, блин, огрели. Думал, фрог мне поможет. Помог. Ну, хватает и его. Что? Что опять? Так еще музыка прикольная играет. Так, давай-ка вот эту вот схватим свою лодку. Так ты схвати. А, нужно обязательно двигаться. Что это тут ко мне? А, ракушка прилетела. Опять пяток штук. Ну, суточку мы с тобой уже насобирали. А эволюции так и не получаю я. Блин, может быть, убрать вот эту вот штуку, а? А на что поменять? Может быть, вот так вот будет оно лучше. Ну что, поехали. Жизнь нужно еще как-то купить. А? Так, давай, хватай. Схватил. Теперь кружим. Прикольно, да? А прикинь, так все клешни поставить этих жаб и просто ими вот так крутиться, и тут тебе вообще подплыть не сможет, получается, да? Ну, получается так. Дай-ка я захвачу. Давай-давай-давай, плыви сюда. Опа. Что не так, да? С
схватай. Уничтожай. А ну-ка прочь от меня. Нате вам всем. Так, подожди, надо новую. Эй. Клешня, а? Отлично. Пошел отсюда. Что, последний заход, что ли, типа, да, говорят нам? Так. Блин, ты чтоб тебя, как ты меня бесишь, блин, юлит вокруг да около. Блин, последнее сердечко опять осталось. Слов у меня нету, а. Кобра, а кобра мне не дана, потому что, ребята, денег у меня не хватает для того, чтобы взять кобру. Так. Мне бы, конечно, хотелось бы сердечко где-нибудь получить. Почему я в тот раз не успел, не додумался заюзать? О-о-о-о. Все, я понял, я вспомнил. Ну, ты будешь хватать-то? Давай. Трындец какой-то. Взял сердечко и тут же его профукал. Тут же. Давай, хватай эту лодку. Ну, где вы? Покажитесь. Что такое? А, босс. Ну и где-то там. Рыба же, насколько я помню, да, будет? Нет, не рыба. Клешня. И насколько я помню. А я поймать ее не могу же, да, получается? Могу? Я в шоке. Просто в шоке, ребят. Последняя жизнь. Что-то не задалась у нас как-то игра сегодня. Просто не задалась. Босса я этого уничтожал вообще с полтыка. Ну тут видишь, почему-то у нас не получилось. Так. Со всех сторон ползут, а? Отлично. Ага, вот и босс. Ну что, приготовились. Мегапит. Мегапит. Ну надо на клешню вот это, ребята, уничтожать, мне кажется. Хотя, черт знает, чем тут его лучше уничтожить. У меня всего лишь одна клешня. Было бы их побольше. Так, иди сюда. Видишь, начинает юлить. Да чтоб тебя, вот перехитрил, но все-таки мы его подбили. Да, ребята, как-то вот так. Ну что, еще у нас с тобой. Ну, здесь я ничего брать не хочу. Погнали. Ага, кенгуруха здесь. Сейчас убегать буду, да? Давай-ка побыстрее, что там у нас какие-то новые. Ой, смотри, какие-то новые у нас эти. К
Я даже не знаю, как их назвать-то. Летающие рыбы, что ли? Как еще? Фиг его знает. Да, как бы летающие рыбы. Ну-ка. Так. Сердечко дай мне, пожалуйста, а? Спасибо. Ломаем. Ага. Клешню сейчас мы это. Все, нормулька. Двигаемся. Ты хочешь кенгуруху эту поймать, которая там скачет? Ну-ка. Да ты поймай на язык, ты, господи, этот. Клешней. Тут лучше всего клешней, друзья мои, бомбить. Так, погоди-ка, тут что-то. Вот так вот всех тут. Есть, продвигаемся дальше. А сколько у нас вообще с тобой этих? 120 там, ну 130, грубо говоря. Фрог. Так, может быть, нам купить с тобой. Тут можно еще, конечно, будет открыть экстра слот один. Но он, наверное, будет стоить очень дорого. Да хуй мне. Ай, ракушку надел себе. И довольный. Скачет. Ну. Подбили. Погнали быстрее. А, тут уже электричество, да-да-да. Об этом не стоит забывать. Так, подожди, блин. Все, погнали. Оно три раза проходит, потом перестает. Так, это с боеголовки свои выпускает. Куда она сейчас вот метнула, скажи мне на милость. Понял. Слушай, а я ведь могу, наверное, схватить. Да, по идее, можно было бы, да? Так, этот ТВ с тобой уничтожим сейчас все. Бегай. Прямо по земле летит. Спутничек. Тихо, тихо, тихо. Хватаем. Ну, хватай, я говорю. Двойная волна. Блин, двойная волна, это плохо. Что-нибудь-то здесь подбить. Ну, здесь мы отбились. Но это была первая волна. Сейчас еще должна быть вторая. Или они как тут? Две сразу? Дом уничтожили и прошли. Фух. Ну-ка. Кобра. Кобра, кобра, кобра. Я даже не знаю. Но кобру, в принципе, можно взять... Так, а тут можно купить еще одну щупальцу, кстати. Еще одну щупальцу, еще одну. Вот так. Погнали. Ух. Тут босс же у нас будет, да? На последней-то миссии. А я не помню, правда, кто. Так, давай-ка вот так вот. О, новый крейсер шпарит. Раздавили мы его. Ну. Давай, несчастные людишки, убегайте. Побежали. Еще будет... Ага, босс. Кенгуру. Почему кенгуру? Блин, я забыл, что он делает. Понял, вспомнил, кажется. Прыгает, да?
тупо прыгает, а потом, по-моему, он еще будет этот свой бумеранг запускать. По-моему, так. Ну давай, 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 давай его. Вот. Начал бумеранг потихоньку выпускать свой. Куда это он у тебя полетел, ты не понял я. Эй! Ну. Хорошо, у меня самонаводящиеся эти, да? Пчелки. Ну, здесь бесполезно получается язык вот этой жабы. Потому что он и хватает. Хотя, может быть, он бумеранг может хватить. А чё? А на что я на... Стоп, а... На бумеранг, что ли, я на этот напоролся? Не увидел его? Блин, клешнёй хочу, ребят, его подбить. Эй! Вот, клешня самое то. Да что опять-то, кто? Не пойму я, кто меня, ребят. Бумеранги, скорее всего, да. Ну. А, тут еще и мелкие кенгурухи-то. Мелкие кенгуру. Как я про них вообще забыл-то, а? Что он выпускает их. А я рядом с ним тут танцую. Ну, конечно, вот он меня и кенгурухами забомбил. Так, двигаемся дальше. У нас постройку нужно еще бомбануть, об этом не забывай. Вот она, гордость Сиднея. Ой, клешнёй и этим сразу же, всем, что у нас есть. Щелкаем. Так, погоди. Уничтожили, да? Фу, 1300, этого мало. 1300. Так, теперь, а вот и спайк. А вот и наш маленький спайк. Ой, да чтоб тебе, ну что ты, а? Эй, засада. Нет, нормуль. Выкрутились. Дай-ка вот тут вот. Опа. Все как в аптечке. Давай здесь. Подобрали. Так. Блин. Да чтоб тебе парализовало, а? Стоп. Так, вот здесь забираем. Быстро, быстро, быстро. Шикарно. Ну, где-то около 200 ракушек мы с тобой насобираем. Всего лишь-то. Так, коралловая, да? Я так понимаю, это улучшенная защита. Так. А здесь мы с тобой, по-моему, проходили, да, этот? Уничтожали. Блин, тут же надо будет потом, по-моему, брать чувачка, который... просвечивает все это дело. Так ведь? Они же потом невидимые будут. И здесь босс, если я не ошибаюсь, Годзилла будет. По-моему, да? Могу ошибаться, ребят. Точно не скажу. Ага, подводочка там летит. А мы с тобой тогда сколько? Вот этих вот пчел, по-моему, очень было много у нас, да? И мы с тобой, в принципе, далеко и неплохо уходили. И что-то надо просто запоминать, какая миссия, ну, в какой миссии что больше пригодится. И из этого можно, в принципе, сделать неплохие комбинации. Да? Так, тихо, чуть было не продинамился. Здесь пока мы с тобой видим противника. И особо ничего страшного здесь нету. А вот когда они невидимые, это да, это жестко. Что у нас тут? Два сердечка. И, кстати, не забывай, что у нас последняя жизнь.
Так, вот это вот, вот эти лодки нужно уничтожать. Вот как тут интересно накопить много денег можно и... Стоп, 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 стоп. Давай, лови. В плане я не могу поймать сундук. Я думал, что он сейчас языком его поймает, и я его раздеребаню, но, видишь, не вышло. Так, 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 что же нам сделать? Что... Давай, наверное, вот так. Клешня лобстера. Не буду я пока применять клешню лобстера, и так сгодится. Лютуем. Жалко, вот эти клешни еще нельзя прокачивать, да? Чтобы они как бы, ну, становились сильнее, сильнее, еще раз сильнее. Токио. Второй океан. Написано прям. Или как-то ускоряет. Еще что-нибудь в этом роде, да? Потом возьмем, наверное, с тобой и прокачаемся, когда проиграем. Там же можно будет тратить свои... Оу! Свои вот эти вот ракушки, которые мы, да, с тобой зарабатываем. Их можно будет потом на улучшение. Тихо, я думаю, может быть, экстра лайф взять, чтобы у нас сердечек было еще больше. И вот так вот потихонечку-потихонечку мы с тобой сделаемся супер-пупер осьминогом. И когда-нибудь пройдем эту игру. Но так. Что там у нас? Такой звук был, как будто. Ну, вы будете бомбить-то. Все. Так, ракушки получили. Замечательно. Сердечко мне нужно. Ракушки — это, конечно, все хорошо, а сердечко. И не дают мне все-таки эволюции. О! Экстра лайф, друзья мои. А еще присутствует аж целых 5000, прикинь. Целых 5000 щупальца следующее стоит. Как вот здесь заработать? Может быть, здесь какой-то есть бонус на деньги? Просто ему нужно будет приобрести, купить. Как ты думаешь? Вот и я не знаю пока. Но почему-то у меня теплится надежда. Эть. Теплится надежда, что они все-таки здесь есть. Ну вот что вот, ну... Ага, ты видишь, у нас все-таки двойная защита. Вот он потрескался, этот коралловый шлем. Но жизни у нас остались, так что нормуйся. Лодки эти все тут прут. Подводные. Давай, 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 отбиваемся. Везде такие взрывы. Нет, игруха сама по себе сделана прикольно. И мультяшная вот эта рисованная графика мне прет. И музыка такая прикольная. Что? Босс? По-моему, босс. Рыба. Угу. Если бы я помнил, что она делает. Ой. О, друзья мои... К сожалению, здесь я, наверное, проиграю. Знаешь, почему? Да я думаю, ты понимаешь, почему. Потому что у меня нету нечем защищаться. Ай, прям в меня летит. Бочком, бочком, бочком. Как-то... Да что ж ты не попадаешь-то под мои снаряды, а? А, я вот здесь, наверное, не получится, да, увернуться? Или получится? Прям миллиметр в миллиметр от меня пролетело, прикинь. Тихо. Я вижу снаряд. Е! С одним-то сердечком...
С одним сердечком прошли. Ну, хоть так, чем никак. Блин, опять не дают мне, а, эволюции. Не дают. Зачем я, спрашивается, ее тогда приобретал, если они мне ее не дают? Вот объясните мне, пожалуйста. Улицы Токио. Наш супер-кальмар вышел на тропу войны. Наш супер-мутант. Никого не жалеет, никого не щадит. Тотальное уничтожение. Какого еще акулы там летающие появились? Это что за фокусы, ребят? Что это? Это такой был у нас? Я не помню просто. Блин, они все ближе, ближе, ближе ко мне. Дай-ка ее вот так вот. Тут, наверное, надо нам с тобой уже скоро приобретать клешни. Все. Что, сердечко? Дайте, пожалуйста, сердечко. Есть, спасибо большое. Я неудержимый, я неугомонный. Меня не сдержать вам. Да. Все в пух и прах. Подлетят близко, ребята, будем активировать с вами эти электрического. А почему он только один дал? Где у нас? А, их же нужно покупать отдельно. Все, вспомнил я. Всех этих спайка и так далее. Да-да-да-да-да, их нужно покупать отдельно. Хопа, клешней, да? Зацепил. Слушай, я, наверное, рановато это все сделал. А другого варианта у меня не было. Блин, обалденная музыка. Двойная волна, друзья мои, приготовились. Блин, а знаете, что самое плохое, что... Ай! Ай! Да они сейчас меня окружат здесь. Они меня уже окружили. Так, подбил. Здесь надо еще отбиться и все. Есть. Ну давай ты. Фух. Ну одно сердечко. Понимаешь? С одним сердечком ты куда? Да никуда. Босс что ли? Да нет, тут босса нету. Мы же не на последней с тобой волне. Ага. Да ё, я даже не увидел, ребята, если честно, кто меня там подбил. Почему вы мне не даете эволюцию? Новую, которая у меня должна быть. Почему вы мне не даете ее? Объясните мне на милость. Зачем я ее, блин, открывал? Для того, чтобы вот так вот просто она была и все? Меня вот просто вот это вот обидно немножко, то что... Я тратил на нее свои эти ракушки, да, в надежде на то, что эта эволюция у меня появится, и я пройду дальше. А тебе балалайку сказали. Никакой тебе эволюции новой не светит. Где же справедливость-то? Нету никакой справедливости и не будет. Поэтому, ребята, наш осьминог вот такой вот в гневе и вышел. Правильно сделал. Нет справедливости. И он решил наказать их всех. И у него, кстати, неплохо получается. Есть еще одна игра такой же рисовки, ребята. Называется Mutant Fighting Cup. Вы, наверное, помните, я ее давным-давно проходил как-то. Это, наверное, одни из самых первых моих видосиков там. Вот, но дело в том, что на ней, она вообще-то есть и на мобильнике, но есть и в стиме. И почему-то я не знаю, ребята, в стиме сохраняшки не остались, и придется, наверное, начинать все заново. Но игруха тоже прикольная.
тоже там мутируют у тебя твои звери и дерешься с противниками. Иди сюда, акула. Ой, ой-ой-ой. Ой. И вместо того, чтобы, блин, использовать нашего этого, да, электрического, я тупорылю. Ну вот как вот так вот можно, ребята, а? Он же для чего мне дан? Чтобы помогать мне, чтобы его использовать. А я получаю урон, а потом вспоминаю вдруг про него. Я помню, что двойная волна, что ли? Что тут? Все, да? Шлемак у меня сбили. Без шлемака я остался. Е! В хлам. Когда могли бы вот сделать, чтобы ты начинал новый уровень, да, у тебя хотя бы опять восстанавливался твой шлемак. Но нет. Вот, ребята, сколько? 9 тысяч? Вы что, серьезно, что 9 тысяч стоит он? Ну, это уж больно круто. 9 тысяч, ребят. Ну, там, я понимаю, там 5. Ну, 3, 5. Ну, 9. Да я за всю игру столько не накоплю. 9 тысяч. Тихо. Так, она сейчас доплешется, эта акула. Ой. Ну, опа, это что такое, ребят? Что это здесь за ракушку сейчас выбил? В первый раз за всю игру я выбил какую-то ракушку. Я не знаю, что она делает, для чего. Кто опять-то по мне попал? Да что ж ты будешь делать-то, а? Ой, господи. Одно сердечко мы с тобой потратили. Сейчас будем ломать с тобой это здание. Подожди-ка, что за звук? А, есть контакт. Ё-моё, ну. И опять же не воспользовался нашим кем? Естественно, нашим электрическим другом. Потому что забыл. Элементарно забыл, ребят. А ведь могли бы с тобой сердечко это сохранить. Да как ты так быстро-то летишь, гаденыш ты этакий, а? Погнали. Два сердца уже из-за какой-то ерунды, ребята, потратили, а? Уничтожили. Ну иди сюда. И акулы тут целая тьма тьмущая летает их. Давай, давай, давай. Так, подожди, вот здесь надо. Вот таким вот образом. Давай, петушара. Вот, опять, смотри, опять эта ракушка. Ребят, я не знаю, что это за ракушка, если честно. Нафиг это, чтобы не рисковать. Слишком уж близко они тут к нам подошли. Странные ракушки, конечно, мы с тобой получаем. Я не знаю, ребят, для чего они нужны. Может быть, как типа награды какой-то дополнительный. Или еще что-нибудь в этом роде. Может быть, типа денежки. Нет, ну денежка тут денежка. Это именно вот ракушка. Может быть, улучшенные какие-нибудь вот такие вот ракушки. Вот здесь по одной даются, да, а там, например, 5 будет. Одна такая синяя, 5 вот таких ракушек. Ну, как вариант. Ребят, двойная волна. Все. Мы прошли. Откуда у меня 621 ракушка? Я что-то не понял. Ух ты. Куда ее поставим? Сюда? Хи-хи-хи. Так, секундочка, чтобы взять-то такого, а? Может быть, клешню еще одну? Давай, клешню. Так, друзья мои. Годзилла должна быть здесь. Босс или робот попрыгун? Я уже не помню, кто тут. Поехали. Так, клешни есть. Они как раз нам здесь хорошо должны зайти. Будем давить всех. Клешни надо было, правда, наверное,
Хотя нет, все нормально мы сделали. Нечего им вместе стоять. Так, хотя бы мы сможем прикрываться с тобой с двух сторон, а не с одной стороны. Ага, конечно. Есть контакт. Пошли, пошли, пошли давить. Ну, успел. Опа. И здесь хоба. С двух сторон видел, как клещем получается у нас круто. Ой. Ё-моё. Фух. Шикарненько. Иди сюда. Прижучил. Хотелось бы, конечно, двумя клешнями бомбить. Но не получится пока. А, спайк уже накопил? Почему я называю его спайк, если это у нас электрический... Как его назвать-то? Это, скорее всего, электрический угорь. Босс. Давай, робот, выходи. Так, я уже не помню, что он там делает. Поднимает лапы, да, мы туда заходим. Начинаем его бомбить. Потом, по-моему, выходим. Просто я не помню. Ага, вот как он делает. Блин. Слишком долго он этим лучом бомбит. Погнали. Сейчас будет, наверное... Сейчас вот лучше будет готовить, да. Уходим. Так, а он, по-моему, что-то еще... То ли ракеты будет выпускать, да? Ты не помнишь? Еще нам тут будут мешаться с тобой, враги. Так, если что, будем с тобой... Вот, 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 начинает. Уходим, да? Или нет? Пока еще нет. Ой! Уходим. Блин. Давай, быстрее, быстрее. Не успею я. Не успею, ребят. Так, ну сейчас туда нет смысла заходить, потому что он... Ах, вот так ты делаешь. Вот после этого будем забегать туда. Поднимай свои лапы. Ага. А вот и враги, ребята, пришли к нему на помощь. Луч. Ать, ну у меня не было вариантов, ребят. Там либо зажарится, как говорится, да? Хотя почему не было варианта? Был у меня вариант. Спайк, на что мне дан? Да почему я его опять называю спайком, а? Е! Тыдыч, разорвало. Но это еще не все, нам надо здание уничтожить. Вот это вот красивое здание. Давай. Окей. Клешнями, клешнями бомбим. Все. Фью. Замечательно. А почему опять звездочка, я не понял. Почему опять звездочка? Там у нас что, другого ничего нету там? Хе. Я не против, конечно, но... Хотелось бы посмотреть какого-нибудь новенького питомца. Если это так можно назвать, питомец. Так, обходим. Блин, немножко не туда, да? Ладно, фиг с ним. Ух ты, сколько много-то.
оценки. Ага, успел. Одну хоть рву. Стоп. Слишком круто. Ну вот они, ракетки полетели, ребят. Ой, а тут... Тут некуда было деваться, сам понимаешь. Да чтоб тебе, ну... Замечательно просто. Так, 651 пока у меня ракушка. Так, сюда, сюда. Юлим. Опа, обхитрил. Будут еще сегодня ракушки или нет? Что-то, по-моему, ракеты начали. Опа, все. Прошли мы с тобой этот бонус. 667. Так, ну-ка. Блин, конечно, хотелось бы, ребят, но, как видишь, это не для меня. Так, мы с тобой... Вот здесь я проиграл, да? По-моему, в последний раз, когда мы играли с вами. Именно на этом. Ну да. Трындец. Это, конечно... То есть, ты понимаешь, мне здесь намного будет сложнее, потому что... Невидимый враг, он проявляться будет только лишь, когда возле меня, практически вплотную. Так, давай клешню его, вот так вот. Мне бы сердечко, если бы хотя бы дали. Шлема нет у меня кораллового. Беда, просто беда, ребят. Вот ты посмотри, что они делают. Ну, есть. Так. Клешней, клешней, клешней. Замечательно. Полпути, так скажем, прошли. Ну, есть. Ой. Господи, это хорошо, что у меня там клешня была. Я ее увидел. Вовремя они проявились. Слушай, они когда невидимые, я их, интересно, могу... Что такое? Где сердечко? А, это сундук, оказывается, был. Блин, я думал, что это сердечко. Лопухнулся, одним словом, да? Где враги? Так, остался совсем немножко, мы пройдем с тобой этот этап. Если пройдем. Такая музыка боевая. Ой. Фух. Трындец, все-таки, ребят, пробили меня. О, я могу взять звездочку. Кобру. Средний урон. Ну, если кобру только... Сюда вот поставить. Да? Так, ну у нас уже с тобой два. Блин. А враг-то все равно невидимый. Давай, давай этот крейсер. Так, хорошо. Пришлось так сделать. Иначе мы, ребята, пострадали бы. Да, эта кобра, она просто, ребята, стреляет быстрее, но... Смотри, ракушки выпадают очень часто, это круто. Это очень круто. Но с деньгами напряженка. Эй-эй-эй-эй-эй. Ну. Фух, подбили. Так, чуть-чуть осталось. Что это? А, откатились, да?
Что, последняя волна? Пишут, типа, да? Я готов. Я готов к последней волне. И вот смотрю и думаю. Есть. Фу. Смотрю и думаю, подобьет, не подобьет. И не подбил. Ну, здесь нечего, ребят, мне приобретать, к сожалению. Блин, я, наверное, до этой башни сегодня не доберусь. Ну, не в этой главе, ребят, по крайней мере. Так, стоп. Ну! Так, давай. Акулы еще тут эти плавают, которые то на суше с крылышками, то под водой. Кто? Ну, блин, понятно, подводная лодка. Ладно, одно сердечко отобрали. Почему не дают сердечки, а? Вот оно. Спасибо. Ну. И. Щелк. Отлично. Пока фул хп у нас. Давай, 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 подплывай. На тебе. Так, вот здесь нужно. Ага. Пока все замечательно. Что-то нас, по-моему, окружает. Хе-хей. Найс. Опять эти невидимки, а. Вот так мы на себе встанем. Клешнями, клешнями, клешнями. Ну, есть. Отлично. Так, на последней волне, да, мы тогда с тобой сфейлились. Вижу, вижу я вас, супостатики. Да кто? Да заколебали, а. Прошел, с горем пополам. С горем пополам прошел. Смотрим. Абсолютно ничего, да? Я даже жизни не могу купить. Хоть и 5000 у меня. Фигово. Хотел бы еще себе одну клешню приобрести. Чтобы этих клешен было просто тьма тьмущая. Вот это было бы круто. Блин, и опять это невидимость, а? Уже нет, когда вот невидимость. Во-первых, не видишь врага. Где он там идет? Куда он там идет? Давай, 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 давай. Отлично. Эй, 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 эй! Да они слишком быстро эти лодки были, ребят. Так я опять же забыл, что у меня этот есть. Да елки-палки, я про эту звездочку и про этого угря вспоминаю в самую последнюю очередь. Ничего себе, вы тут раздухарились. Замечательно. Так, иди сюда. Три сердечка. Почему нету этого? Ох ты! Это что, мой двойник, что ли, какой-то? Или кто это? Что он делает? Так. Опа, опа, опа! Ну ты видишь, да, что он делает? Он стреляет из своей пушки. Пули, как говорится, свистели над головой. Попал, да? Попал, гаденыш, все-таки, а? Ай-яй-яй, летит. Летит снарядик, друзья мои. Что такое? Ой-ой-ой, у тебя уже две пушки. И что это он такой выпустил там? Так, а почему? Ага.
Все, ребята, по-моему, мы тут проиграли. И почему? Ага. Так, я вижу этого мелкого. Под гнидыша. Я вот тут смотрю, просто контролирую, ребят. Ну. Допустим. Ох, ё. Это что еще за... И что ты предлагаешь? Я немножко как-то не понимаю. В плане, а как я тогда здесь, извини, должен... Я не знаю, ребята, вот так вот. Увидел, называется, электрического. Так, смотри. Ох, ёлки-палки, посмотри, что у нас тут. Так, на старте... Тремя щупальцами начинаем. Вот что это такое? Дамаг. Что дамаг? Непонятно. Так, экстра ячейка стоит у нас с тобой 100. Я, ребята, приобрет... А, тут можно еще. Где у меня сколько? 990. Так, так, так. Это что? Тирекс ДНК. Я не знаю, ребят, что это за тирекс ДНК. Это кто? Что это за морской еж? Не понятно. Слушай, это, наверное, улучшенная версия пчел, скорее всего. Я, наверное, возьму, ребята. Firefly ДНК. Firefly. Может быть, еще Тирекса ДНК взять? Вот это я возьму еще. Или вот это вот. Сколоп ДНК. А, это шляпа, да? Или что я... Ух ты, еще. И еще. Так, а вот это что такое? И вот это вот что такое, не пойму. Четыре жизни. И можно вот это взять. Вот как-то так. Что-то покупай 5 для следующего сердечка. Не понял я. Так. Ух ты, что это такое? Вот такие будут уже враги новые, да? Ну что, дорогие друзья, давайте мы, наверное, с вами... Подожди-ка, говорили, что я должен начинать с тремя сразу щупальцами. Ну, что-то я не вижу здесь ничего подобного. Давайте мы с вами на этом закончим, обязательно продолжим уже в следующей серии. И все-таки будем надеяться, что мы пройдем этого осьминога. Или этого, как его, механического, да? И посмотрим, что там у нас дальше. А на этом, пожалуй, все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.